Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал причиной появления террористической организации Исламское государство, по мнению политика, это произошло из-за ошибок, которые были допущены во время спецоперации в Ираке и, в частности, из-за вторжения США и их союзников в страну в 2003 году. Как сообщает РИА Новости, об этом Блэр рассказал в интервью телекомпании CNN, которое должно выйти в эфир в воскресенье, 25 октября. Кроме того, Блэр попросил прощения за ошибки, которые были допущены разведкой при проведении операции, а также недостаточное планирование последствий вторжения.